Соки натуральные? Да. А сок? Кетчуп стоит 5,90. Да. 6, грубо говоря, 2 доллара. Да? Да. Рестораны тут. Ребят, привет. Выбрались в магазин. Жарище вообще жесткое, 30 градусов. А, магазин Елисеевский идем. Называется. Ну там русские типа есть. Вон гастроном написано, да, по-русски? Там все русские. Вот заправка. А на бензин какие цены? А где написано? Тут не поймем мы. 95 за литр 6,60 стоит шекеля. Это значит у нас до... 6 шекелей. 2 доллара. Это доллар и 50 центов. Доллар и 50 центов. В рублях это получается у нас, сейчас скажу вам, 70. Ну, почти как, да, 70 рублей. У нас просто поднимают каждый день уже бензин. По рублю каждый день. Это получается вот это у нас шекелей сколько, да? Да. Да, 14 шекелей. Да, 1 доллар 3 шекеля, правильно же? Ну, грубо говоря, примерно. Да, 3 с чем-то. 3 с чем-то, короче. 1 доллар 3 шекеля. Вот считайте сами. Вот такие дела. Пришли за мясом. Здрасте. Здравствуйте. Нормально, вот с бабушки приехал, блок снимаю маленький. Про нас только не надо. А про... Я для себя, и для себя. Про хорошее мясо. Телятина вообще или про говядину? Вот такие цены, считай. Огуречики 13,90 шекелей. Ну, короче, поняли, сами там переводите. Доллар 3 шекеля. Тоже все есть в магазинах. Очень даже много всего. Если 3, короче, по 22, скидка. Кетчуп стоит 5,90. Да. 6, грубо говоря, 2 доллара, да? Да. Ну, наверное, не 2 доллара, а полтора там доллара. Так. Макеев, вот оливковый, вот какой хочешь. Такой, да, майонез. Такой, да, берем, вкусный он. А? Махеев, да, вкусный. Вот это? Да. Вот даже это Махеев тут есть. Лапша, бич, пакеты. Нет, нет, не умрем. Надо спать. Ну, в том магазине есть лимоны. Потом пожалуйста. Нет, в том. Соки натуральные? Да. А сок? Это сыр плавленый, да? Да. Вот яйца дают? Да. Яйца, сколько они получаются шекелей? 11,50. 12, да? 12 шекелей. 2,5 доллара. Понятно. Давай, вот сладости. Любой берите, какой хотите.
кому интересно по поводу цен в Израиле. Ну, дороговато, дороже чуть-чуть. Смотря какой магазин. Для начала вот у нас чек. Все. Мы купили телятину, да? Потом из куриный фарш, майонез, кетчуп, сладости. И еще для супа костяшки. И это у нас вышло... Да, 181 шекель. Короче, $50 в переводе. Вот такие цены, ребят. Пришли вечером, погодка более-менее стала такая прохладненькая. Как сказать, не прохладная, наверное? Прохладненькая. Да, прохладненько, хорошо, потому что кипяток вообще был. И идем гулять. Вечерний Мацион. Это район, да, Мацион? Район. Мы в другую сторону сейчас пойдем, да? Нет, туда же пойдем, только туда потом завернем. Все, пойдем туда, только завернем в другую сторону. Да. Прямо, потом налево. Баба Соп разоделась тут. Да. Помаду, все дела там. Да, ну как же. Имидж надо свой поднять, давай туда. А, все, давайте, отвлекаться не будем. Сейчас только что... Если видно, сейчас только что мужика видел, спит прямо на лавке. Ну, тепло, сами понимаете, что можно и на лавке спать. Ну, хорошо. Так что даже тут такое бывает. Ну, хорошо, на лавке прямо у него одеяло, давай, все, подушка там. Да? Вон памятник. Пушка стоит вон. Если видно, конечно, вон. Это набережная. Вон луна какая сегодня. Покажу, если что увидите. Вон камни, да, эти? Нет, камни не здесь. Иди камни, там. Вон дома сфотографировали, вон высоте. А, я вижу, да. А? Вон, ну, туда. Есть, наверное, выше еще. Смотри, есть, но там далеко. Терабили есть. Сегодня там выходной, из-за этого народу, да, столько? Ну, это да, типа лодочка вон. А вон отель, да? Ну, да. Так что, ребят, вот здесь можно гулять. Это многие бегают, да? Рестораны тут. Гиннес вот эти везде, да? Это пиво же Гиннес называется. Что ты еще? Набережная Батьяна. Средиземное море. Вон дома. Видишь, какие дома? Да, невысокие. Да, здания высокие. Вот, смотрите, ребят, какой малыш бегает. Летучий таракан. Это чтобы аппетит поднять всем.